Вот на той стороне перекрестка раньше находилось каменное здание полицейской пожарной частей с каланчой. Выглядела она почти так же, как сохранившаяся на Чернышевского сейчас. Башня была вот на ней в советские годы разобрана. Точно не знаю когда, но к 50-м годам здание было уже без каланчи. И здесь продолжала находиться первая городская пожарная команда.